Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы начинаем нашу пробу секрета бога машины. И, собственно, вот даже есть новый ролик по этому поводу. Что это такое? Какие-то новые диалоги, что-то происходит там на заднем фоне, непонятно. Но мы пойдем в стратегиум. Due to compromised flight path visibility, all military activities are suspended till sunup. Morningstar. Is this working? Curse this antiquated fox. I have vital information for techno-archaeologist Hadron Omega 77. I know of a facility hidden in one of Tertium's interzone voids. It holds the lost secrets of forging true Mobian steel. How have I discovered this, you ask? A gentleman never boasts. But hurry. I fear the dastardly Mobian Siths are getting closer all the time. Какой парень, а? Этот свагер. Ну что ж, давайте посмотрим. Да, искупление это не то вообще, вообще не то, да, не туда. Но обязательно попробуем. Удачи. И самое главное, что нам тут нужно посмотреть, это вот этот вот. О, это дали, собственно, товарищу. Нашему товарищу. И дополнительно должны быть дать еще дробовик. Индигнатус. Окей. Вот это вот. Контраэля. Вот хакер. Штурмовой дробовик. Я не знаю. Наверное, я попробую все-таки с... Transaction authorized. Вот. Так, это первое. А второе. I will do as you wish. А вот этот, я не помню, чтобы была такая штука. Давайте как раз таки зайдем и купим. Transaction confirmed. Ой, какой ужас. Какой ужас. Iron Helm попробуем на... Попробуем на товарища Изоверия. Так. Окей, а это что у нас такое? Почему у нас такие бомжатские? Эх, давно я с ним не бегал, конечно же. Уже не помню на самом деле, но и, в общем-то, я сейчас постараюсь скорее спартянки не заправлены. Интересно. Интересно, давайте попробуем. Так. Торс что дали? Тоже не так, чтобы весело. Это, конечно, веселее. Ой, тут прям полная такая броня. Ну нет.
Так ты уже красавец. С этим сундучком вообще красавчик. Да, нахватало всякого. Отлично. Мне нравится. Все, можно идти пробовать. Пойду на какой-нибудь золотой уровень. И надеюсь, что у вас будет не лабиринт Клавом Бороса. Где этот Кландестриан? Вот она, Кландестриана. Давайте. Вот так вот и поехали. Ух, сейчас меня убьют, конечно. Но, по крайней мере, какую-то деньгу можно будет заработать. Смотрите, я готов. Снаряжение, что там по талантам, кстати говоря. Гранатометчик, нормально. Such facilities were once responsible for forging true Nobian steel, rather than the pale imitation we know today. Let us uncover its secrets together. But do not let down your guard. Our contact's motives are unverified. По крайней мере, эта миссия будет с самого начала. Even a fellow of such prodigious capacities as myself can grow bored. Contact protocols require caution when dealing with individuals such as yourself, Swagger. I can see we'll get along just famously, don't you agree? Kindly refrain from unnecessary use of the Vox channel and proceed. With the greatest of pleasure, dear lady. I understand you claim to be an old acquaintance of Inquisitor Grendel's. А, вот это забавно. Забавно, ладно. Это фигня какая-то. Ну что же, новое обновление, новые ошибки. Надеюсь, тут на фоне нету хотфикса. Сейчас поглянем прям так вот. Посмотрим. Нету? Вроде нету хотфикса. Поехали дальше. Грузись и больше не дерись. Сейчас сделаем паузу, чтобы не томить. Ну, конечно. Так сказать, кто бы сомневался. Пойдемте. Unforeseen circumstances have granted us an opportunity to access a lost foundryplex. Such facilities were once responsible for forging true Nobian steel, rather than the pale imitation we know today. Let us uncover its secrets together. But do not let down your guard. Our contact's motives are unverified. Да, игра у меня вылетела, точнее не вылетела. Бесконечно долго загружалась и оказалось проще выключить. Чё, красавчик, живой? Молодец.
Ты тоже такая штука, да? Operative code name Swagger is disagreeable. I may yet call upon you to terminate him, violence. О, здорово. I can see we'll get along just famously. Don't you agree? Yes, yes, yes. I'm sure. May we now proceed? Your servant, ma'am, ever and always. Все делись. Опять отвалились. Ну, бля, кому. Вообще какой-то. Ладно, посмотрим через глаза другого. Ну, здравствуйте. Блин, а? Вообще. Explosive blade vessel! Wait, pardon.
rest easy. I will protect your simpletons! War leader, you follow, obey! Why not? Can things really get worse? Thomas Second Hives. It is the house. I sense its occupants. Why does everyone pretend it is forsaken? Ammo! Вы понимаете, что происходит? Я не понимаю, какая-то лажность. То есть они, видимо, где-то там еще немножечко под... шурудили. Баланс, и я что-то совсем того. Надо пройти эту карту, в конце концов. Какой-то порожняк получается. Так, ну ладно, сколько у нас денег-то вообще? Что-то маловато, мне надо все-таки этим поиграть. Так, хорошо. Если лишки были пчелами, то они бы ни по чем, ни за что бы не подумали так высоко строить дом. Славик незаменимый, поэтому пойдемте чинить такую херню. Но может мы что-то там наделали, и можно теперь обновить это. Пистолет. Ай-яй-яй-яй-яй, нельзя уже. Ладно, я готов. Пойдемте. О, какой симпатичный мужчина. О, какая деваха. Джадетта. Поехали. Поехали. Unforeseen circumstances have granted us an opportunity to access a lost foundryplex. Such facilities were once responsible for forging true Nobian steel, rather than the pale imitation we know today. Let us uncover its secrets together. But do not let down your guard. Our contact's motives are unverified. Ну да, непонятно, что там на уме у этого джентльмена. Hello there. One of us is early, or the others are late. I wonder which it is. Operative Codename Swagger is disagreeable. I may yet call upon you to terminate him, varlets. I think we'll get along just famously, don't you agree? Yeah,
kindly refrain from unnecessary use of the Vox channel and proceed. I obey, O wise and endearingly cranky one. Easy and gosh! Desert Eagle и револьвер. Ой. Weapons ready! Demon host! Вот.
how it's done. Good idea! Heads down! Hello? You're still bleeding out over here! Don't be dead! Come on! Eyes on the track 666! Man, by the slice. Check it out! Ammo! Прикольный антураж. Especially about you, dear lady. Why, I... My endeavors are not a suitable topic for conversation. I stand humbled and anxious. Remember that you tread holy ground. Serve the old sire proudly and you need
товарищу! Mutate!
magnificent emperor! Just this mutant! Heads! From here! Ammo! Out! Ветеран самый сложный. Блядь. Мне кажется, самый простым думаю, что там. Ну, ну что там брать? Но на самом деле надо брать печально. Угрина. Потом развивать. Либо Псайкера, либо... Не, потом брать. Этого. Изувера. Потом развивать Псайкера. А потом, наконец, уже
вишенка на торте будет вот это вот сложное и непонятное. Может быть, что-то похожее на шутер в нем есть? Я не даюсь. Просто получилось. Так, что надо делать? Холодно у вас, а? Ветер они вот. Что-то вещали.
Jesus, Arcadia! How to go down, guys? Что же, следующий этап нашего морализонского балета. Кто у нас там по плану? По плану у нас... О, за покаяние. Что-то я там прошел, да? Искупление. Давайте посмотрим.
Он достиг Гралиана. Наверняка там еще будут какие-то миссии, потому что, ну, нельзя так просто взять и создать. О, 133. Какой-то новый сектор, правильно? А, при угрозе проклятия, да. В золотом командовании. Вот мы это будем делать. Сейчас только надо смотреть, что, сколько денег. Что вообще мало денег дали, да? Я просто в шоке, дорогая редакция. Пойдемте сменим оперативника. Вот, давайте наборному. Потому что два оружия мы уже видели. Ой, не создать, нет, нам вот эти вот просто надо. Ну что же, я тут обновился, переключился и, в общем-то, стреляем по дробовикам. This mission will not be without its risks, but I'm certain you'll cope. And if you can't, there are others. Ароник объявляет нам вещи. Это прекрасно. Ну, дробовик, да. Гребаная меч. Ну да, тут рядом. А вон там я сижу. Боюсь сходить на территорию. Что вы там? То есть верно, что вы вообще кого-то другого, нежели Огрина. Но. Зайками.
Get clear of the bottle! Foxbuster, close it fast! Есть ощущение, что скоро... Зажимаешь, куда ты смотришь, не Шикарно, прям вовремя. I feel better. Strike shoulder. Grenade. I am ready. I'm tuning in the power transformer.
darkness, I judge. Take courage, we fight in his holy name! Воу-воу-воу. Не, я вообще забыл, как играть. Сделал там какое-то позорище.
Check that out! Boss Aubrey! Heretics aren't resourceful little fellow. Nothing stays hidden forever, not even the deepest of secrets. You'd be surprised. Стоите, ребят. Я вам всем зачистил. Check that out. My time of need is upon me. А, вы не можете, у вас обсопрител. А, спасибо. Спасибо. Ammo! Пам-пам-пам. Блин, такие штуки, которые убираешься.
ourselves! I can't! Я вспомнил, как это работает. Что-то я тут сплоховал. Сплоховал. Да блин, что там у вас творится-то? Взаимодействие кто-то... А, ну да. С прицепами. Thank you.
Okay. Not your strength yet! Please,
Че, стоим? Спин двигаемся. А, мы тут застряли. Они же будут вещи тут делать, а вы в лифте тут стоите. Ну вам все равно придется. Пистолет.
rise again! With your aid! We've got company! Не, ну конечно, начало там было такое мощное. Eyes up, Salad! Give him what for! In time, I will equal your deeds. My gratitude! Medicate station! Thank you! Я похож на Грунт Слеера. Ага. Он без веры там самый друг Слейн. Самый что стоит. Это ему нужно место. Noted the end result, of course.
Давайте сейчас посмотрим. Ну, конечно, вот эти вначале выручили по-страшному. Там затупили, когда нужно было вырубать лед. Ну, что делать? Бывает. Переключимся теперь на... Сейчас продадим этот меч. Может быть, даже получится. Ага, давайте. Где там? Скупление завершено, да. Что это такое? Искатель. Ладно. Эй, хорошо. Хорошо. Так, теперь... Oh, blessed Omnisire, favor this tool of war. 5-4-4 по имени, да? Точно помню, что по имени. Так, теперь дьявольский коготь. 355, господи. Какое бомжество. О, можно продать. I trust you are pleased, Violet. Ага, пасики, как-то так. В остальном, в остальном, в остальном, в остальном, в остальном. У нас даже вот эта вот штука есть. И... Ну, нормально. 360. Until you waste my... Давайте сменим оперативника. На Игниса, может, у нее есть какие-то дополнительные штуки. Угу. А? Due to compromised flight path visibility, all military activities are suspended till sunup. Vital information for techno-archaeologist Hadron Omega 77. I know of a facility hidden in one of Tertium's interzone voids. It holds the lost secrets of forging true Mobian steel. How have I discovered this, you ask? A gentleman never boasts. But hurry. I fear the dastardly Mobian Siths are getting closer all the time. Ну что ж, еще раз посмотрели. На-на-на-на-на. И, в общем-то, сейчас глянем, что у нас там по всему остальному. I will do as you wish. Раздача новинок. О, смотрите. Сразу же вот такую штуку дали, да? Ой, зоркость прям можно прокачать быстренько. И вот это все хорошее такое. Прямо утипу-типу-типу. Так. Но не в этом счастье. Надо посмотреть арсенал Бранта по наличию каких-то вещей, которых я раньше не видел. Шоковая булава огне мод 1А. Наверное, это она и есть, кстати говоря. А нет, смотрите, это другая какая-то. Мне кажется, это другая штука. Так, а из этого, собственно... О, даже ей пистолетик дали. И тот же самый бронебойник. Угу. Так, 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 шоковая булава огненная. Даже интересно, что это у меня такая есть, нет у меня такой. Я думаю, надо взять оперативника под названием этот бешеный хрен. 16 стойкости всего там.
под названием «Бешеный хрен». Отличное название, мне нравится. Так, подожди, я ж поменялся. Вот, я поменялся, да. И прикупить, собственно, вот этой шоковой булавы. Транзакшн комплит. Ну, 355 нормально. Так, а тут, тут, даже не знаю, может, и не надо ничего. Дай-ка посмотреть. А давайте купим, да? Херли. Мерли. Так, теперь. Я у нас вот это, вот такой вот я, кстати, не видел. Тактический топор, шоковая булава. Шоковая булава. Вот такой мы играли, а вот такой еще нет. Использовать. И развед Акатрана. Ну, оно такое было, оно и такое останется. Пускай так и будет. Это у нас вот этот вот противник, который просто херачит и на критическую сбрасывает. О, сбрасывает все свои сложности на чужих людей. Вот. Each weapon is a relic. It should be cared for as such. Сейчас мы тут возьмем и проапгрейдимся, чтобы не было мучительно больно. Светить. It is done. Светить. Ууу, смотрите. Осветить, да. Is complete. А все, больше нельзя. Жаль, жаль. Так, а я с чем бегаю? А я бегаю с этим прикольным оружием, на которое просто ни хрена нету ничего. Да, только сейчас подукрашусь немножко. Я же должен быть красивым. Я же девочка, в конце концов. Так, что там нам понадавали всякого такого? Ох, неплохо, мне нравится. А это тоже такая... Смотрите, да? У меня такая вот такая, да? Чё там по торсам понадавали всякой штуки такой? Невнятные. Не, рукава должны быть свободными. Это вам не то, не это. А, белые штаны. Были черные, да? Давайте белые вас. Белые не носить, красные не надевать. Конечно. Это что у нас такое? А это я там докупал. Последние минуты, когда я еще играл этим персонажем. Ага. Но нет. Ну и наконец. Пам-пам-пам. Извините за мой долгий. Давайте вот это. Возьмем. Так, бэкпэк. Что это такое? Что это за непонятное? Не-не-не, не надо. Не надо тут на вот этого всего. Угу. Вот, пускай будет такое, мне нравится. Что четко понятно, что это убивец. Вот так. Так, хорошо. Все, понеслась.
Что там мне светит? Свечу. А, это вот штурмовой меч Кади. Давай, побежали. Побежали. На золотой уровень. Наверное, я хочу вот пробовать вот здесь, вот так вот. Четвертое золото. Готов. Снаряга у нас по талантам. Да, да, да. Варп затраты, боевая медитация. Как будто я помню. Ну, допустим. Mobian steel is not, alas, all it was. But the same can be said of any of us, can it not? Our contact claims that all that was old shall be new again, courtesy of an interzone foundryplex. You may think this to be merely another unattractive suicide mission, but as you've no choice but to go, that hardly matters, does it? Mm-hmm. Да, выбора нет, что делать. Interrogator Rannick. Grendel always said that you were inclined towards the costume. This is hardly the time to discuss what Grendel may or may not have said. Quite right, quite right. Deeds to be done, valor to prove. Shall we? Movement! Thank you.
девочками обращаешься? Я немножко...
Of a paralyzed soul. Check that out!
thank you. Please provide the means of death. It's malicious mind, Falcon. Looks bad. Heal now. Prepare the future. Dead as doornail. Upload, colleagues. Ammo. Всем на желтом сидите. Arm yourself, Psyker. My thanks. Сидит такой струса. Let me
You appeal to an intelligence. Последний раз сделать это Огрином, и будет замечательно. У нас там кирки уже куплены, надо их проапгрейдить. А, смотрите, даже уже неплохо так далее. Как-то так, смотри. Сейчас небольшие модификации Псайкера и вернемся к Огрину. Да. Так, искупление. Ну, это понятно, это мы получили. Все, супер. Так. Псайкер молодец. Отлично херачил. Так. Пойдем продадим меч, может быть, и вернемся к Огре. Сейчас легкая пауза. Ну что ж, продолжим. Вот наш Огрин. Мы его специально взяли. Чувачка, который будет фигачить от души. То есть это талантливый боец. Угу. Кидается камнями. Бьет сильно, пробивает броню, там все дела. Вот. Иммунитет, меня не остановить. В общем, ну... В общем... Убивец. Так. А по оружию у него, собственно... Ну, у нас есть три кирки. Вот. PKX.
Вот, и, собственно, одна вот эта вот самая большая, она мочит по всем, если посмотреть. Это одна, так одна, так одна, так и только. И только дополнительно это нечто на толпу. А дальше мы смотрим вот эту кирку. Сколько-то там? 375, вот 375. Давай вот на это посмотреть. То она, собственно, мочит несколько врагам. И тут несколько врагам все. Только четвертый удар на одного. То есть это средство массового уничтожения. Ну и наконец вот это вот на 375. На 375 это нечто среднее. Несколько врагов, потом одного, несколько врагов, одного. Вот как-то так. Так, максимум уклонений, смотри, 4, выносливость плюс 6. Плюс 6. В остальном нету каких-то больших изменений. Я думаю, что я буду на данный момент ориентироваться на эту средненькую. И вам, и людям, так сказать. Продолжаем использовать вот этот перчатку Бластум. Альтернатив для нее нет. На данный момент. Так. По 17. Замечательно. И пойдем проапгрейдим вот это вот все богатство. О, смотрите, даже уже сразу же такая штука есть. Let us scour away old scars and awaken new purpose. Давайте вот осветим ее. Interesting. А вот это вот одно плавист, это плохо. Это значит, что не дотестили. Ну давай. And what do we have here? Ничего страшного. Вот то, что мы не можем до конца добить апгрейды, это вот херово. Но это не... Что с этим делать? Ничего. Надо просто идти и мочить. Где там у нас лабиринт, Кландестайн? Давайте. Побежали. Пам-прям-па-пам. We should team up sometime. Kick a few heads in. Друг. Кулы, друзья. Красавчик. As you may know, the rituals to create Mobius Steel were lost long ago. Everything else is propaganda. Yet a facility in the Interzone Void may yet hold the key to restoration, assuming our contact can be trusted. Do mind your step down there. The perils of the Void notwithstanding, I'm not entirely certain we can trust our contact. And my humblest, I wasn't sure you could. Oh, look, an attention-seeking scoundrel. Apparently, we have no shortage of those. Can it be Ivan Rannick? Grendel's briefing didn't do you justice. This is hardly the time to discuss what Grendel may or may not have said. Of course, of course. Secrets on every hand. Shall we begin? Ну да, мы немножко подросли. We need a functional lateral shuttle in order to cross the
attempt to generate a moderately unreliable. We'd have done better to keep to the Valkyrie, don't you think? I fear the auto defenses are quite impenetrable until disabled. But I'll handle that later. Gotta stop you!
Not again, team. Oh, can I trouble you for some competence? Take that out! That is weak point! Come on, Aldrin, get off! This is your mayhem! I owe you! Yeah.
Open your eyes, son!
attention. Our forebears really should have taken better care of things. Oh,
ready. Down here. Constant fail. Faster, gonna blow. Sleeping.
этот, блин. Что же, наверное, на этом пора заканчивать. Карту мы исходили вдоль и поперек с четвертой простой сложности, а потом на пятую, потом на четвертую аврическую и потом снова на пятую аврическую. Ну что ж, как-то так. Огринам было достаточно интересно, если разноплановые огрины и не все берут эти кирки, то все достаточно весело и замечательно происходит. Вот, как-то так. Ну, карта интересная, видно, что в некоторых местах недошлифованная, потому что вот эти места, где спиной упираешься в лестницу, они сильно влияют на выживаемость. Или какой-нибудь уголок непонятно, который спиной внезапно останавливает тебя.
Вот, что еще хочу сказать по поводу пистолетика. Этот полуволтер, он мне понравился. Это такой альтернатива револьверу. Вот, револьвер как будто такой точный-точный, а этот такой чуть более мощный, чуть менее точный, но зато где-то не рядом. Вот. А с точки зрения дробовика, ну, дробовик, двустволка, мощная штука, как бы, умеешь пользоваться, умеешь. Ну, как бы, ну, это проблема всех дробовиков, собственно, в том, что либо ты знаешь, как сдерживать всех тех, кто вдалеке, либо не знаешь. Вот. Дальше у нас что? У нас две эти электродубинки. То есть тоже неплохие штуки. То есть похожи на силовые палицы. Вот вроде этой. Вроде вот этой вот штуки, где это была. Вроде это силовая палец, но ее не активируешь и освобождаешь, а сразу херачишь врага, и вот пока держишь, оно бьет сильно. Вот какой-то такой палка-тыкалка. Вот про кирку, ну, неплохо, но я пока ей только сильно туда-сюда махал, и как бы, как и у всех двуручных оружий, может, не хватало какой-то, скажем так, не мобильности, но словно бы ну, вот это вот, да, скорости применения. Но, с другой стороны, вот мы вместе там вместе с кем-то махаешь ее и уже практически не замечаешь, всех отбиваешь. Хотя все равно я что-то падал больно. Наверное, потому что действительно не использовал этот мощный удар настолько часто, насколько нужно. Но да. Наверное, сразу надо брать эту вот, которая будет просто херачить по всем и не париться. Вот, или наоборот, вот это вот, и знать, что у тебя вариантов особо нету. Ну. Вот такие дела. Вот, а с этой, ну, либо научиться ей пользоваться так. Вот, смотрите, бьешь одну широкую, а потом по одному. Широкая, по одному. Косил ясь, конюшину. Вот. Да. Я даже не знаю. Ну, нормальное оружие, как бы, ничего плохого не скажешь. Да. Вот. Я смотрю у Бранта. У Бранта больше вроде ничего и не было сейчас. Специально подсмотрим. Ready to serve. Вот, боровянская кирка, все остальное было. И тут тоже три пулемета, которые на самом деле один. Три дробовика, которые тоже на самом деле один. Этот вот гранатомет, отбойник. Вот, все, тут у Огрина все стабильно. Собственно, только эта кирка. Будем ждать, когда добавят молоты. Такие дела. Ладушки, на этом все. Спасибо, что были. Лайки, подписки, шары. Вон. Естия на меня уже подписалась. Молодец. И, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. А на сегодня пока. И помните, император хранит. Как-то так.